На прошлом заседании нового состава парламента депутаты определились, кто во власти и кто в оппозиции к ней. Партия ПАС сформировала новое парламентское большинство, блок ПСРМ, ПКРМ объявил себя оппозицией, ну а партия ШОР тоже оппозиции, но конструктивной. Видимо, во фракции 6 депутатов, когда один в бегах, еще двое под уголовным преследованием, решили, что лучший выход избежать наказания – это забыть о своей былой прыти в связке с Дадоном и Плохотнюком и стать конструктивными. И тут же представители от уже конструктивной оппозиции, фракция ШОР, заявили о своих правах на руководящие должности в парламенте и должность вице-спикера. Чтобы со старта подтвердить свой статус конструктивных, депутаты фракции ШОР решили опередить депутатов ПАС и инициировали дискуссии в парламенте, начиная с 13 августа, по изменению Конституции Республики Молдова и отмене иммунитета депутатам, а также депутаты партии ШОР предлагают всем депутатам поставить подписи под уже подготовленным ими законопроектом. Несмотря на то, что Игорь Дадон заявлял, что блок ПКРМ-ПСРМ будет непримиримой оппозицией и жестко следить за каждым шагом новой власти, Владимир Воронин, выступая от имени блока двух президентов в своей речи с трибуны парламента, наоборот, призвал новую власть к сотрудничеству во имя процветания страны, подчеркнув, что власть – это не только парламентское большинство, но и оппозиция – это тоже власть. Обращаясь к правящей партии, Воронин сказал, что и нынешняя власть, и оппозиция должны найти точки соприкосновения для решения насущных вопросов, и что пришла пора остановить эту бессмысленную политическую войну. По крайней мере, странно слышать такие призывы из уст политика, который во времена своей власти открыто презирал оппозицию и одного из авторов этой политической войны, обещавший во время предвыборной кампании чуть ли не конец света в случае победы партии ПАС. А если это не банальное признание капитуляции проигравшего, а далеко идущие планы в желании заявить о еще одной конструктивной оппозиции, будучи в блоке с ПСРМ, то получается, что блок двух президентов не так уж и монолитен, и из двух останется только один. Интересен и факт того, что в своей речи Воронин назвал себя последним легитимным президентом, а решение Конституционного суда 2016 года, благодаря которому Игорь Дадон и стал президентом, решением, навязанным олигархическим режимом. То есть один бывший президент считает своего коллегу по блоку, также бывшего президента, нелегитимным и частью олигархического режима. И чтобы, видимо, добить своего нелегитимного, по его мнению, преемника на посту президента, лидер коммунистов заявил, что Молдова находится на грани национальной катастрофы и что до этого страну довели руководители, которые были в последние годы у руля власти. А ведь последние два года именно Игорь Дадон безраздельно правил страной, контролируя и парламент, и правительство. Как видите, очень интересное начало их совместной работы в парламенте. Игорь Дадон, заявивший на втором заседании парламента, что намеренно отказался от всех должностей в парламенте, так как ему уже достаточно всех должностей, которые он занимал в своей политической карьере, может еще долго не появляться на заседаниях парламента. Ведь, по сути, этот блок – бывшая ПКРМ, лидером которой был Владимир Воронин. И каково будет взаимодействие оппозиционного блока ПСРМ-ПКРМ с новой властью, будет решать, по всей видимости, именно он.